тяжелейший матч для обеих команд, учитывая, что матч задержался почти на час, учитывая то, что переехали в Манеж на новое поле. Наверное, не все футболисты оказались к этому готовы. Поле свежее, новое, такое медленное. Я говорю, были какие-то определенные трудности в работе с мячом. Футболисты любят, когда поле быстрое, мяч быстрый. А здесь приходилось и бороться тоже с мячом и с полем, потому что все это получалось очень медленно. Попросили сегодня наших футболистов сыграть очень дисциплинированно, самоотверженно. Это, наверное, то, что на сегодняшний день мы можем предложить сопернику, учитывая наши, есть определенные кадровые проблемы. Ну, я благодарен футболистам, что они все-таки выдержали, вытерпели этот матч, наверное, заслужили эту победу в этом тяжелейшем матче. Надеюсь, что эти добытые в тяжелейшей борьбе 3 очка помогут нам двигаться дальше, обрести уверенность и прогрессировать. Два новичка у нас. Давид дебютировал в прошлой игре, сегодня игрок обороны. Что скажете по их игре? У них есть потенциал, есть к чему стремиться, нет предела совершенства, но на данный момент они оправдали наши ожидания. Раз команда выиграла, значит, они оправдали ожидания. Новый газон, незнакомое поле, но родные трибуны впервые за 12 матчей. Тоже как-то сказалось это? Естественно, естественно. Если бы не поддержка болельщиков, было бы, наверное, достаточно грустно, тяжело. Здесь очень приятно, что стечение, достаточно большое стечение публики. Надеюсь, наша команда оправдала их ожидания, доставили удовольствие. Прежде всего, то, что выиграли, одержали победу. Ну, надеюсь, что закончится это тяжелое время, да, и зрителей будет только прибавляться на трибунах, чтобы футболисты чувствовали тоже какую-то ответственность. Вот тот час, на который задержался матч, чем занималась команда? Соперник вроде как на поле разминался, наши же игроки не выходили. Сидели в раздевалке, мирно общались, то есть никакого такого не было напряжения, наоборот, постарались их раскрепостить. Потому что, ну, здесь у каждого свой индивидуальный подход. И соперник решил так, мы решили остаться в раздевалке и просто беседовали. После матча с Крыльями сказали, что психологически команда немного подавленная. Вы стояли в Астрахани, выиграли сегодня. Качнулась в лучшую сторону? Будем надеяться, что да. Это надо видеть, что у ребят, по крайней мере, я вижу, да, что у ребят загорелись глаза. Вот это жажда игры, желание побеждать. То есть это все видно. Ну, еще раз говорю, что надеюсь, что это будет расти только. И они будут стремиться к этим победам. Что, надеюсь, что они поверили в свои силы. Через победы приходит уверенность, естественно. Через хороший матч. В Ярославле эпидемия. Летим ли мы в Ярославль? И какие планы на следующий день? Как было нам сказано, что мы все равно готовимся к этой поездке. Завтра будет какое-то заседание, на котором будет принято решение о переносе этого, вернее, об отмене этого матча или о том, что матч состоится. То есть мы готовимся к этому выезду.